Приветствую вас, и смотрите, какая получается ситуация. Молодой человек, поскольку вы расстались совсем недавно, пребывает в состоянии аффекта. Ну, или переживает состояние аффективного следа. То есть, вот, после аффекта, это аффективный след. Это такое состояние человека, когда сам аффект уже прошел, а вот его влияние на человека, да, на его поведение, оно остается. Может быть, по инерции, может быть, по неосознаваемым причинам, может быть, по осознаваемым, неважно. Суть в том же, что это происходит именно так. И определенно, ваш молодой человек на данный момент, сейчас, под воздействием этого аффективного следа, делает что-то ВКонтакте. Конечно, что именно он там делает, нельзя сказать достаточно точно, достаточно четко. Надеюсь, вы понимаете, почему. Если по какой-то причине вдруг вы не поняли, почему, я вам попробую это донести максимально подробно. Значит, мы, ну, в частности, я не знаю всех настроек контакта, просто потому что, ну, я там не сижу практически. И мне сложно вот так говорить о том, что означает его действия. К чему они, вообще говоря, ведут, чему они, то есть какую цель они преследуют и так далее. Просто потому, что ВКонтакте, ну, не надо, я ВКонтакте. Но, поскольку молодой человек сейчас переживает состояние аффекта или аффективного следа, как мы уже с вами неоднократно говорили, то можно говорить здесь о том, что он пытается как-то перестроить ваше с ним общение. То есть, возможно, он пытается сам себя изолировать от общения с вами, чтобы, не дай бог, там, вам не написать. Возможно, молодой человек пытается как-то вообще пресечь с вами общение, но при этом не удаляя вас из друзей. То есть у него вполне вероятно возникла такая мысль. Вот смотрите, вы поссорились, согласились остаться друзьями, что безусловно говорит о вашей зрелости, да? Но молодой человек чувствует, что он не сможет так себя с вами вести. Ну, вот не сможет, он не получится у него. И в этой ситуации молодой человек понимает, что если он удалит вас из друзей, то это будет, ну, мягко говоря, некрасиво. Это будет, мягко говоря, ну, знаете, как-то по-детски, что ли. Тем более, что вы уже все решили. Ему не хочется терять перед вами свое лицо. Потому что, ну, определенно, оно для него очень-очень важно. Важно сохранить свое лицо, свое достоинство перед вами. Но вот как-то изменить ваше общение, а он понимает, что оно не может быть таким, как раньше. Вот это сделать ваш молодой человек вполне хочет. И не просто хочет. Он считает, что имеет на это как бы полное право изменить общение с вами, изменить его формат. И сейчас он это делает. То есть, что конкретно? Он пытается восстановить некую зону комфорта, которая не травмировала бы его, которая бы не вызывала у него, ну, каких-то неприятных ощущений. Вот именно этим ваш молодой человек сейчас и занимается. То есть, я надеюсь, это понятно, что когда вы с ним расстались,
в социальной сети вы, общались с ним также, общались бы с ним также, если бы он не начал что-то менять. А ему некомфортно общаться с вами в социальной сети, так как раньше. И это заставляет его что-то делать с настройками. Вот что он, чего он пытается добиться, это совершенно очевидно. Своей зоны комфорта. Чтобы ему было удобно, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было хорошо, чтобы менее травмирующее было то, что у вас сейчас, ну, то, что между вами сейчас происходит. Чтобы как можно меньшее влияние на него оказывало вот это. И все. А что именно он делает с настройками, сказать, к сожалению, однозначно нельзя. Просто потому, что мы не знаем, какие там вообще могут быть настройки. Потому что, ну, вот я, например, вообще даже представить себе не могу, что там можно делать ВКонтакте. И что это значит? Что это значит видеозвонок? То есть нет, я понимаю, что это значит видеозвонок, но зачем это менять? А зачем закрывать личные сообщения? Если закрыть личные сообщения еще я могу понять, то вот почему появляется пригласить на видеозвонок, не совсем понимаю. Из вашего контекста, ну, по крайней мере, вот то, что вы написали, можно сделать такой вывод, что, может быть, молодой человек хочет с вами общаться именно знаете, по видеосвязи. Может быть, он проверяет, как бы вот с вами пообщаться по видеосвязи, например. Может быть, да. И об этом можно только предполагать, потому что вы ведь своего молодого человека знаете лучше, чем мы в данном случае. И предположениями заниматься мне бы не хотелось. Я надеюсь, этот момент вам понятен. Ну, а по поводу того, чем хочет добиться, я надеюсь, я вам достаточно четко все объяснил. Ему сейчас некомфортно, он хочет, чтобы ему было комфортно. И какие для этого средства понадобятся, этого мы уже не знаем. То есть, вполне вероятно, что молодой человек решит, что так, как вы общались с ним, например, раньше, так общаться уже нельзя. И вполне вероятно, он решит с вами, что из дружбы он поспешил. То есть он хотел остаться с вами друзьями, и в тот момент, когда он это говорил, когда вы с ним об этом договаривались, он действительно искренне этого желал. Но вот, допустим, сегодня, проснувшись, он понял, что он не сможет с вами быть другом. Это тяжело, это сложно. Молодому человеку сейчас достаточно некомфортно. Я понимаю, что и вам тоже некомфортно. Вы не подумайте, ради бога, чего плохого. Я понимаю, что вы тоже сейчас переживаете. Но поскольку ваш вопрос касается именно молодого человека, то я и отвечаю на вопрос, касающийся вашего молодого человека, а не вас. Если ваш вопрос будет касаться вас, то поговорим об этом. И, безусловно, более подробно. Потому что общаться с вами, непосредственно с вами, и разбирать непосредственно ваши чувства, это одно. А встречать третье лицо, это совсем другое. Мы этого третьего лица не знаем, к сожалению. И поэтому все, что мы можем, это гадать и предполагать. Вот, например, с той точки зрения, которую описали вы, с той позиции, которую вы описали, получается так, что мужчина хочет от вас отградиться. А если выяснится, что молодой человек на самом деле хотел наоборот наладить с вами какие-то другие пути общения, может быть, будет и так. И в таком случае вы можете справедливо сказать, ну вот, что это за эксперты такие, да, которые неправильно там все расписали, например. Вы знаете, отчасти вы будете правы, но отчасти нет. Потому что, понимаете, сложно говорить о человеке, который
даже к нам напрямую не обращался. Просто постарайтесь это понять. И постарайтесь понять, что вашему молодому человеку сейчас очень тяжело. Какие он действия предпримет, даются от его типа личности, от его черт характера. Ну, например, если молодой человек вспыльчивый, то есть, я надеюсь, понятно, да, вспыхивает, как спичка, то в таком случае он, скорее всего, будет пытаться порвать вообще все мосты с вами, какие у него только есть. Так делают вспыльчивые люди. Потом, да, возможно, будет жалеть, потом, да, возможно, ему захочется что-то вернуть, но сейчас он делает именно так. И именно стремится порвать с вами все мосты. Если это вспыльчивый человек. Если он, наоборот, достаточно спокойный мужчина, то, скорее всего, он продумывает некий такой план, некую стратегию своего поведения по отношению к вам, чтобы было по возможности комфортно и ему, и вам. Но здесь следует понимать, что, скорее всего, мужчина ориентируется именно на себя, на свой комфорт. Потому что вы с ним больше не вместе, а это означает, что он имеет как бы право, да, не думать о вас и больше думать о себе. То есть вам нужно быть готовы и к такому варианту тоже. Я понимаю, что это может быть неприятно, поверьте, я отдаю себе отчет в этом, но моя цель, как можно лучше подготовить вас к возможным последствиям того, что у вас сейчас происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. И если у вас возникнет потребность поговорить на эту тему, ну и на тему вообще ваших отношений с молодым человеком, на тему, может быть, каких-то ваших проблем, которые вас волнуют, обращайтесь, выберите любого эксперта, который есть на нашем ресурсе, посмотрите профили, и если вам понравится, обращайтесь, мы поможем решить вашу проблему. Всего доброго!